Всем здравствуйте! Сегодня буду снимать видео о том, как буду делать бур, чтобы сверлить ямки, ну, под столбики. Бур буду делать вот из этой дрели. Сейчас она в станке стоит, сверлильно, ну, который из домкрата сделан. Эта дрель мощная. Ну, на ютубе я видел, как такой дрелью ямки копает. Ну, мне показалось, что мощности не хватает ей. Я работал бензобором, и там обороты вот меньше, чем вот здесь обороты. Там вообще медленно. Так что я решил сделать сюда еще маленький редуктор. Вот у меня есть вот таких две звездочки. Здесь 9 зубьев, здесь 22 зуба. Но это будет соотношение 2 к 4. Вот эту я вот сюда буду крепить на дрель, звездочку. А вот эту вот буду крепить вот на этот вал. Это вот подшипник из помпы. Ну вот это была вот помпа от девятки. Вот я отсюда вытащил эту подшипник, этот подшипник вместе с валом. Ну, подшипник еще хороший, он просто сальники побежали, а сам подшипник еще целый. И нашел сюда втулку. Вот она как раз по размеру плотно забилась. Ну, ее, конечно, желательно чуть подлиннее, но это просто она уже такой длины была и очень плотно туда зашла. Это вот эта шайба уже одета здесь. Так-то она вот вровень. Ну, чуть-чуть бы можно было, чтобы заклепать. С этой стороны хватило, чтобы заклепать. Держалась. С этой нет. Ну, так как давить-то вниз буду. Но она забила сильно и не должна отсюда вытащиться. Без молотка. Вот сюда будет одеваться звездочка вот эта. Ну и здесь пойдет уже вал на шнек. Ну или на сам бур. Вот сейчас буду делать. А, еще вот это вот я уже отпилил трубку. Ну вот она будет по принципу вот этой. Вот она сюда оделась. Я ее отпилил вот от этой трубки. Она чуть меньше диаметром, чем вот это. Внутренний диаметр. Это был цилиндр гидравлический. Тут стенка толстая, хороший металл. Ну вот сейчас буду делать и снимать. Редуктор в кучу собрал. Вот это все сварил вместе. Здесь вот профильная труба 2х4, но стенка там толстая, 4 миллиметра, по-моему. Ну, у этого профиля. Ну, как говорил уже, соотношение 2,4. Ну, почти 2,5 раза замедляется вот этот вал. Ну и усилия больше на нем. Так как сюда сместилось, вот, то ручка вот эта в эту сторону длиннее, и в эту сторону тоже настолько же будет от центра, вот, как бы отсюда сюда и сюда. И из-за этого будет легче держать на этот бур. Сейчас вот буду делать здесь ручки. Ручку такую, здесь тоже усиление какое-нибудь сделаю, чтоб было крепко. Ну как, сделаю, сниму. Ручку сделал. Ну вот, как уже говорил, что вот центр она, сюда тоже большой рычаг такой здесь. Ну, будет полегче держать ее. Еще я не сказал, как вот это снимается. Ну, чтоб снять. Это надо вот эти
вот этот ослабить, а вот этот выкрутить. Выбивается звездочка, и все вместе снимается свободно. Ну, в руках держал, удобно, двумя руками. Сейчас буду делать сам бур. Ну, бур буду делать вот из этого диска. Ну, тут уже напаек почти не осталось. Но не нужен уже. А перед этим будет вот это стоять. Сегмент с косилкой. Ну, и вот это сверло. По дереву было наточено, я его маленько перетачивал под железо, но слабый металл, но для моих целей она пойдет. Но то, что здесь вот я сверло отпилил, но я померил предварительно, что патрон она свободно вставляется, ну и тут есть за что зажать, так что я сверло не испортил. Вот единственное, у меня трубки нету. Есть на 15 кривая. Сейчас буду выпрямлять ее. Вот не знаю, на 15 хватит, не хватит. Но пока месть поставлю. А там все равно, скорее всего, в этом году уже испытать не получится. Земля уже промерзла маленько сверху. Ну, а когда испытывать буду? Если что, отрежу здесь и здесь. И одену сверху на 20. И пойдет. Но как начну делать, буду снимать. Бур я доделал. Ну, редуктор вы уже видели. Вот сюда трубку приварил. Ну, трубка тонковатая, думаю, на 15. Ну, пока не пойдет. Здесь вот диск и сегмент. Ну, и там сверло. Все это сварил. Но диск надо заточить еще. Ну, как включить, показать, как. Вот они. Такие обороты. Ну, мне кажется, это самые оптимальные обороты. Ну, испытывать я буду в следующем видео. Но это видео, может быть, будет на следующий год. Потому что уже зима, земля промерзшая. Ну, посмотрю, может, земля, если не сильно замерзла, покрашу его. И, может, покажу испытания. А сейчас всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До свидания.